Надо внимательно еще наверх смотреть. Вот береза висит, оперлась он там сверху. Не дай бог будет ветер, она может спокойно лечь прямо на плечи. Да? Дай-ка, ой. Ну, ты занят? Правильно. Так, только не выкладывайте это все. Нет, это мы выложим потом. Сейчас пока не будем. Вот такая вот береза. Тынь. Опасная очень. И держится вот там на сучьях. А снизу, когда гуляешь вот тут, кажется, что ты в безопасности. Да? В безопасности? Да. А вот приманочка, видишь, такая для ушастых. Ловушка природная.